Кротик и панда. Временная няня. От дождя нужно прятаться, и молния может ударить. Укроемся от дождя в моем доме. Надо же, ты совсем промок. Что ты делал в лесу в такой дождливый день? Я люблю слушать дождь, и в лесу эти звуки похожи на музыку. Ой, правда? Конечно. Кротик! Ты должен мне помочь. Все двери в моем доме протекают. Пожалуйста, помоги! Хорошо. Привет. Привет. Послушай, у меня срочное дело. Нужно помочь зайчику починить двери. Пожалуйста, позаботься о Минг-Минге. Хорошо. О, но кто это? Простите. Ничего. Понимаешь, ему нравится так стучать. Ты уж не запрещай. Запрещать? Зачем? Такой славный малыш. Спасибо тебе. Пока. Пока. Пойдем. Я угощу тебя вкусными булочками. Хорошо. Спасибо. Подожди! Та-та-та! Красиво! Очень! Устал? Поешь булочек! Спасибо! Спасибо, хватит, как бы чего не случилось. Ничего не случится. Минг-Минг! Постой! Ой! Минг-Минг! Менг-менг! Что? Может, поиграешь снаружи? Хорошо. Наконец тишина. Менг-менг! Менг-менг! Кошмар! Пропал! Менг-менг! Менг-менг! Где Менг-менг? Менг-менг! Менг-менг!
Менг-менг! Менг-менг! Менг-менг! О! А? Менг-менг! Осторожно! 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 Как ты, Менг-менг? О, в какие игры они играли? Спасайся! Поможешь мне вырвать зуб? Какой зуб? Этот! Спасибо тебе, Лис, прекрасно. Спасибо, друзья, спасибо. Зуб крокодила, чудесно. Мой, мой. Вернулись. Менг-менг, потрясающий артист и несравненный дантист. Мы чудесно провели время. Да, Менг-менг. Простите, если что не так. Я больше не буду стучать по вашим вещам. Все равно, ты славный малыш. Слушай, оказывается, ты отличная няня. В следующий раз можно принести это? Конечно. Я приготовлю много ящиков разной формы. Стучи сколько угодно. Только предупреди заранее. Отлично. Озвучено по заказу CLS Media в 2017 году. Привет. Вместе с тобою чудо откроем, будем встречать закат. За руку будем мы с тобой шагать. С тобой вместе по лесу, вместе по полю, там, где мечты кружат. Добрые звезды с ним.
знаю, хоть.